Лев Николаевич Толстой. После бала. Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу. Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде иметь условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более, что рассказывал он очень искренно и правдиво. Так он сделал и теперь. Я про себя скажу, вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого. Отчего же? – спросили мы. Да, это длинная история, чтобы понять, надо много рассказывать. Вот вы и расскажите. Иван Васильевич задумался, покачал головой. Да, сказал он, вся жизнь переменилась от одной ночи или скорее утра. Да что же было? А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое, у нее уже дочери замужем. Это была бы, да, Варенька бы, Иван Васильевич назвал фамилию. Она и в 50 лет была замечательная красавица, но в молодости 18 лет была прелестна. Высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого молодого существа. Каково Иван Васильевич расписывает? Да, как не расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело. То, что я хочу рассказать, было в 40-х годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости. Учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня и находец лихой, катался с гор с барышнями, коньки еще не были в моде, кутил с товарищами, в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили, не было денег, ничего не пили, но не пили, как теперь водку. Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен. Ну, нечего скромничать, перебила его одна из собеседниц. Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то, что не безобразен, а вы были красавец. Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в бриллиантовой ферраньерке на голове и с открытыми старыми пухлыми белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный, зала прекрасная, с хорами, музыкантами,
Знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду, танцевал и кадрили, и вальсы, и польки. Разумеется, насколько возможно было все с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня, препротивный инженер Анисимов. Я до сих пор не могу простить и это ему. Пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться. По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и в знак сожаления и утешения улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она часто дыша улыбалась и говорила мне «Энкор». И я вальсировал еще и еще, и не чувствовал своего тела. Ну, как же не чувствовали? Я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело, сказал один из гостей. Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти. «Да, вот это вы, нынешняя молодежь, вы кроме тела ничего не видите, в наше время было не так, чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она, вы теперь видите ноги, щиколотки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Альфонс Карр, хороший был писатель, на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете. Не слушайте его. Дальше что?» — сказал один из нас. «Да, так вот, танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием, усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватили все тот же мотив мазурки. Из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина. Лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы. Так после ужина кадриль моя, сказал я ей, отводя ее к месту. «Разумеется, если меня не увезут», — сказала она, улыбаясь. «Я не дам», — сказал я. «Дайте же веер», — сказала она. «Жалко отдавать», — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер. «Так вот вам, чтоб вы не жалели», — сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне. Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен и был добр, я был не я. Я какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее. «Смотрите, папа просит танцевать», — сказала она мне,
указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами. «Варенька, подите сюда!» — услышали мы громкий голос хозяйки в бриллиантовой ферраньерке и с елисаветинскими плечами. Варенька подошла к двери, и я за ней. «Уговорите, дорогая, отца пройтись с вами!» «Ну, пожалуйста, Петр Владиславович!» — обратилась хозяйка к полковнику. Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми а-ла Николас, подвинутыми усами, белыми же подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками. И та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки Николаевской выправки. Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, «надо все по закону», — улыбаясь, сказал он, взяв руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт. Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, стопотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но и с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные. Думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их, и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он неясно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, то не я ее кавалер. «Ну, все равно, пройдитесь теперь вы с ней», — сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею. Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку ферраньерки с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженное нежное чувство. Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра
рано вставать и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью. После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее, и я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья. Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, и увидел, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету, и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой, то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит «Гордость, да?» и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и из-под лобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя, и за него взглядывает на любующихся зрителей, и я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве. Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы. Теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его. Жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с испутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу. С бала я уехал в 5:00. Пока доехал домой, посидел дома, прошло еще 2 часа, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода. Был туман, насыщенный водою снег, таял на дорогах и со всех крыш капало. Жили Б тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой, и лошади, равномерно покачивающие под глянцевитыми дугами мокрыми головами и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими. Все было мне особенно мило и значительно. Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидел в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное, и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки, но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка. «Что это такое?» – подумал я. И по проезженной посередине поля скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя 100 шагов, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. Верно, ученье, подумал я, и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мною, подошел ближе.
Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами, друг против друга, держа ружья к ноге и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик, и не переставая повторяли всю ту же неприятную визгливую мелодию. «Что это они делают?» – спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною. «Татарина гоняют за побег», – сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов. Я стал смотреть, куда же, и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый подсыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад, и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед, и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами. При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и оскаливал белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал. «Братцы, помилосердуйте! Братцы, помилосердуйте!» Но братцы не милосердовали. И когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и со свистом, взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека. «О, Господи!» – проговорил подле меня кузнец. Шествие стало удаляться. Все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат. «Я тебе помажу», — услыхал я его гневный голос. «Будешь мазать, будешь?» И я видел, как он в своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного, малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина. «Подать свежих шпиц рутенов!» — крикнул он, оглядываясь, и увидал меня. Делая вид, что он не знает меня, он грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова «Братцы, помилосердуйте!» То я слышал самоуверенный гневный голос полковника, кричащего «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была
почти физическая, доходившая до тошноты тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег, но только стал засыпать, услыхал и увидал опять все и вскочил. Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю, думал я про полковника. Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня. Но сколько я не думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру. И то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян. Что ж вы думаете, что я тогда решил? Что то, что я видел, было дурное дело? Ничуть. Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал. Думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался, и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился. «Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились», — сказал один из нас. «Скажите лучше, сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было?» «Ну, это уже совсем глупости», — с искренней досадой сказал Иван Васильевич. «Ну, а любовь что?» — спросили мы. «Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней, и любовь так и сошла на нет». Так вот, какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите, закончил он.